Конечно, был. В Новгороде был... Я не помню. Когда же я был? Мы с Леной Катиной два раза в Новгород ездили, выступала с ней. Жили в каком-то замке там, я не помню. Но... В Новгород клёвый, мне понравилось, были там, да. Два раза, если ездил. Не помню, какой такой убежник. Но я уже не помню, что ездили, ездили по чекам. Постоянно уже все перепуталось. Тем более, что это Нижний Новгород, все вообще рядом. Я вообще объездил почти весь Совок и весь мир. Даже пожил в Нью-Йорке, в Париже, пожил в Германии, пожил. Единственное, где я не был, в Испании, не доехал. А так везде, в Италии, везде протусил. Тем более, когда в Европе живешь, там вообще похер. Все на самом... Мне вообще... Я к друзьям из Германии, жил в Дюссельдорфе. Ездил в Киев в 2008 году, в 2009 году я там жил. Из Дюссельдорфа я ездил, летал в Киев за 39 евро туда и обратно. Получается сколько там? 2000 рублей считаю. Туда и обратно вообще 39 евро стоит. В Киев и обратно, представь. 80, и потом я еще ездил в Париж, 80 евро стоило в Париж на 4 дня. На 4 дня проживания, питания, 4 дня 80 евро на автобусе. Вообще, там цены, ну, вообще маленькие, у нас сколько тут стоит вообще, куда не идти, тут все, блин, сразу. С Леной Катиной начал работать. Ну я ее хорошо знаю, она мне тоже. У нее была презентация альбома лет 5 назад. Она меня попросила собрать команду и сделать презентацию. Не на чем мне отказываться, тем более классная девчонка, человек хороший. Я собрал там человек 8. Живой коллектив, плюс там две бэк-вокалистки там и так далее. Ну, кстати, вот у меня последнее видео на странице, да, в ТикТоке, посмотри, как раз с авторадио мы там выступали несколько лет назад. Ну и все, поиграли так годик, а потом решили, что ну, с таким коллективом сложно ехать, мало поездок, потому что организаторы попадают на бабло. Хотя с Тимоти я ездил, у нас было вообще 11 человек. И мы решили сделать просто вокал, гитары, бас-гитары втроем теперь ездим. А, в четвертом еще звукорежиссер.